Да будет газ. Поселок Железнодорожно-Ивановского района наконец газифицировали. Голубое топливо начали подавать в дома с 16 мая. Всю эту зиму местным жителям пришлось провести без отопления. Предполагалось, что ресурс пустят в декабре 2016-го. Однако врезку распределительного газопровода выполнили с опозданием. Некоторые дома уже поторопились и ликвидировали свои котлы и там, печи, и испытывали сложности. Но здесь хорошо отреагировал район, помог с обогревателями, где-то, значит, мероприятия все провел необходимые, пережили мы эту зиму. Надеюсь, в следующую зиму уже будут точно у нас люди с газом, и таких проблем не будут испытывать. Голубое топливо в 14 домах на улице Станционной поселка появилось благодаря этой женщине, Лидии Малаховой. Именно она в 2006 году создала газовый кооператив и на протяжении 11 лет представляла интересы местных жителей на всех уровнях власти и добивалась газификации. Путь к теплу выдался тернистым. Да все в бумагах дело-то. Ведь в одно и то же место ходил не по одному разу. У нас же кругом демократия. Придешь завтра, придешь — одного нет, другого нет. Вот так вот. Потом еще, да и с финансами тоже. Ведь мы вот собрали по 53 тысячи с дома. В каждом доме установлены все необходимые газовые приборы – котлы, плиты и колонки. Жители шутят, после того, как столько лет топили углем и дровами, а целую зиму провели в холоде, новшества кажутся чудом. Мы очень довольны. Теперь, как сказать, слов нет вообще у меня, слов нету. Ой, господи, руки дрожат. Вот, пожалуйста, так хорошо. И духовка горит хорошо, пироги хорошо пекутся, очень довольная. Уровень газификации сельских поселений в регионе 34%, а вот результат по Ивановскому району значительно лучше – 75% домовладений. Мария Попова, Антон Осипов, РТВ Иваново.